дадут у вас водицу шепчет. Слыхали про туалет? У нас-то было очень не шепчет, на водицу. На водицу не шепчет, шепчет. А шепчет, вот такая целебная вода там, такая целебная водица, вот то всего помогает. Ну, всего помогает. Но далеко ходить не буду, я про себя скажу, как эта водица там мне помогла. Я лишь со стариком-то, со своим, с молодым-то мы уж куда ладно жили. А вот под старостью с ним что-то приключившее. Такой поперечный старикашка стал. Ты ему так, Янте, едок. Ты ему едок, Янте, так. Ну и я, желанные мои, я тоже удала была. Я не слово, я два. Я два, я пять. И пойдет, бывало, шарахат из угла в угло. И вот, ну, хоть цветы вон выноси. И до чего дошло, и бывало, как только ноги с печи спустит старик, так и пошло, поехало. Вот, ну, прям хоть из них выбеги. А разбираться станем, виноватого нет. Да что это у нас старик с тобой, мелоды какие? Что это, скажу про мелоды? Да что, все ты поперешь. Да не я, а не ты, с долгим языком. Ты, да не я, да не ты, ты, пойдет опять. Ой, ну хорошо еще старушонка одна, соседушка. Вот такая старушка из Убенки за три у нас бабылочка жила, она помогла. Говорит, Мария Мьянушка, да что у тебя со стариком-то не лады? Да вот так и так, говорю. А сходила бы ты на гору, к старцу, на водицу шепчет. Тебе помогает, может, и тебе поможет. Думаю, им прям никто, как Господь, пойду. Ну и пошла я, пришла, это я на гору, там такая стоит келька одного ходника, я в окошечко-то пустокотала, вышел старец, сюда бородушка клинышка, худенький такой, говорит, что тебе, раба Божья? Да вот, говорю, так и так, а погодь, говорит, пошел это он себе в келику, вышел, вынес, ковшечки водицы, пошептал, крест наложил, взял скляницу перелил и говорит, вот раба Божья, как домой-то придешь, да зашебуршит у тебя старик-то, ты из этой скляницы-то любни и не плюнь, не клони. Молитвы и жди, покуль он не угомонится. Но я ему взяла ножки, ему поклонилась, да побежала домой. Только ногу-то через порог. А старик-то мой, головушка покойна, так до почты такой, до чаю был, вот часу без самовара не просидит. А тут я, видишь, засидела, задержалась со старцем. Ну и вот только я ногу-то через порог, вот эти бабы-то лоскутухи пойдут и провалятся. А я, как старец сказал, плюнули и не плюну, не плюну. С Иисусовой молитвой держу. Слышу утих мой старик. Вот думаю, какая целебная водица-то. Водица-то за божницу поставила, я побежала самовар старик, да загреми трубой. Вот он опять, руки там тебя идет туда. Я опять водицу-то плюнула. И не плюну, не плюну. Опять затих. И что ж вы думали, желанные вы мои? С тех пор пошла у нас чижда гладка, Божья благодать. Он за ругань, я за водицу. Он за ругань, я за водицу. А ведь у меня старик-то был такой на головушка вот. Вот такой сожженный, огроменный, вот эту притулок, эту голову и вышиб. И такой маленький платочек, такой.